Это эмблема Охозопрома. Это та команда, которая серьезно творит вещи. Которой пофиг ваша крыша, не крыша. И в совокупности с 13-й кордон, русский казах, ассоциация рыбных хозяйств, Охозопром. Мы сейчас столько дел натворим, столько правильных дел натворим. И плодотворной работы столько будет. Мы начнем с Моксарая. Нас никто сегодня не ждет там, у нас сегодня какой-то 27 число, 27 июля, 2020 год. Ну, посмотрим, что с этого получится. Так, 28 число, второй день мы на воде. Вот, вчера сняли где-то порядка, наверное, 10 километров сетей. Ну вот сегодня здесь вот уже с километр вытащили. И идем дальше, и будем вытаскивать, еще и вытаскивать. Не начали, можно сказать. Да, можно сказать, не начали. Вот с нами Сергей, Анвар. Это наши общественные деятели. Они нам, общественное движение у них, кордон 13. Вот они у нас здесь как гиды, как провожатые. И вот с их помощью мы осваиваем вот этот вот водоем. Называется Коксарай. Ну, я думаю, что где-то сетей еще, наверное, километров на 10 мы сегодня вытащим, потому что побольше, кругом побольше вытащим, да? Это потому то, что мы сейчас... кругом поплавки, кругом тут все сетями, все. Все укут. Всего лишь 4 часа. Но я вас уверяю, там на не на большом таком участке еще можно 10 таких кучек вытащить. 10, ребята, 10. Это Коксарай. Это есть бардак, это есть бездействие, я теперь могу точно сказать, то я намекал, но я теперь могу это утверждать, потому что можно легко взять какую-нибудь лодочку, не обязательно такую, просто лодку. Инспекция может найти, они же сегодня... Доказательство того, что здесь бардак, ребята, вот какое доказательство. Ну вот мы сейчас вот работаем совместно кордон 13 с общественниками, с ребятами. Они нам хорошо помогают очень. Вместе работаем, совместно трудимся. Ну, в общем, вот так вот сети вот уничтожаем сети. Чтобы не создавать пожароопасную ситуацию, было решено утилизировать сети путем их разреза ножами на мелкие фрагменты, чтобы нельзя было ее пустить дальше в работу. Сейчас все перережем и поедем дальше, потому что поджигать опасно, кругом сухостой, чтобы не случилось пожара. Я так думаю, что здесь тоже около, ну я так думаю, ну не знаю, ну километров, наверное, 10 сетей. То есть сейчас все это со всех сторон, здесь режем, там режем, вот за... Ну, в общем, стараемся как-то утилизировать вот это орудие браконьерства.